37-я минута матча, Орел ГУ КПРФ, Норманочка. Игрок хозяев Кики сбивает нижегородку Анастасию Дурандину. Арбитр пенальти не ставит. В это время президент Норманочки Николай Ходов начинает требовать шестиметровой у третьего арбитра. Норманочка в итоге отыграется. На следующий день будет еще один матч, там нижегородки выиграют. После второго матча появится заявление Орловского клуба, в котором Ходова обвинят в прямой угрозе одному из игроков ОГУ и в расизме по отношению к другому. Затем заседание КДК. Там Николая Ходова дисквалифицируют на 10 матчей за оскорбление Кики в эпизоде с неназначенным пенальти. Никаких записей в протоколе матча нет, но по правилам о фактах расизма можно сообщать вне протокола. Сам Николай Ходов обвинения эти отрицает. При этом признает, что по части угроз в адрес Анастасии Марченко повод для дисквалификации он дал. Но я сказал, что если ты продолжишь так грубо играть, то тебя в больничку отправят наши же девочки. То есть, ну, это как бы реакция футболиста. Скорее всего, здесь в этот момент у меня сыграл футболист, потому что когда против тебя грубо играют, то ты, как говорится, и судья это не реагирует никаким образом, то, наверное, начинает отвечать. Вот такое наказание готов принимать. И, собственно говоря, об этом я извинился перед Анастасией. Но обвинение в расизме Ходов отрицает. В структуре его клуба сразу 4 бразильца. Первым 2 года назад в Нижний Новгород приехал Дуду. Команда очень гостеприимная. Мне понравилось, как меня приняли, с русским теплом. Со временем мы стали не просто партнерами по команде, мы друзья. Кроме него в «Торпедо» играют еще Биел и Жиан. Жиан выступает и за дублирующий состав нижегородского клуба – Норман. Он говорит, что даже намека на расизм в Нижнем не встречал. Нет, мы часто веселимся во время тренировок, но даже в шутках у нас нет ничего подобного. В женской команде «Норманочки» второй сезон выступает бразильянка Мирилена. Она была на поле в том самом матче в Орле. По-русски она не говорит, поэтому мы не стали ее спрашивать о том, что именно тогда сказал Николай Ходов. Но и она уверена, такая фраза от него невозможна. Он профессионал, он ко всем относится одинаково. Разницы нет. Если бы он был расистом, я бы даже контракт с клубом не подписала. На тренировке «Торпедо» собрались все бразильцы системы клуба с семьями. И плакаты с собой привезли в поддержку Кики. Кики, мы с тобой, not racist. Причем они подчеркивают, что это не извинение, а поддержка. Но решение КДК есть, дисквалификация наложена. Кстати, сама Кики, лучший бомбардир орловчанок, на паркете ничего не слышала, хотя по-русски она говорит. Так откуда же взялась та фраза? Николай Ходов говорит, что родилась она в раздевалке орловской команды. После КДК я понимаю, что до игрока Кики вот эти два прилагательных и существительные донесли, собственно, сами руководители клуба АГУ КПРФ. То есть она ничего не слышала, она считала себя пострадавшей, жила себе спокойно, но после игры ей сказали. Для чего они это делали, я не знаю, но расцениваю это как акт расизма. Поэтому, наверное, наши игроки просто выразили солидарность с Кики, что ей пришлось это услышать и услышать от своего собственного тренера. Президент «Норманочки» подал апелляцию на решение КДК. На ближайшем матче он точно не сможет присутствовать на скамейке команды. Это будет пятница, 17:00, второй полуфинальный матч против «Мосполитеха». Прямую трансляцию смотрите в эфире ННТВ. Александр Быков, Владимир Гайдай, Василий Низов. Время новостей.